Приветствую всех любителей винограда, также своих подписчиков. Меня зовут Юрий Стражев и канал Виноград Личины. Сегодня, друзья, уже у нас 20 февраля. Сезон уже скоро подходит к открытию. Скоро начнем мы опрыскивать свою виноградную лозу. И вот я вам решил в этом ролике показать еще раз о своем аккумуляторном опрыскивателе. Я его купил в 2018 году, это уже получается будет 4-й сезон, как он у меня находится и как я с ним работаю. За 3 года, друзья, никаких нареканий не было по этому аккумуляторному опрыскивателю. Это у меня заявлено было как венгерский, Agri Motors называется, наклеечка уже отлетела от него. Хотя мне писали в комментариях когда-то, что внутри там начинка вся китайская. Все может быть, друзья. Не могу ничего вам сказать противоречивого. Я туда еще вовнутрь не залазил и ничего там не менял. За 3 года аккумулятор прослужил мне отлично, без всяких нареканий. В комплекте, друзья, идет 3 насадки. Вот такая одинарная. Я и работал по лозе, если нужно, и по уже когда там маленькая вегетация, 3-5 листьев там и так далее. Потом, когда уже вегетация побольше, листьев побольше, то я применял вот такой двойной, хорошо распыляется. И еще есть вот такая ромашечка, тоже очень хорошо идет, хороший распыл. Я им, еще раз повторюсь, очень довольный. Хорошо с ним работать, он на 16 литров, я заполняю на 15, хорошо производить расчеты, если в основном для обработки химпрепаратами или для подкормки по листу, в основном берется на 10 литров нормы. То есть, если там, допустим, то самое кристаллона 20 грамм на 10 литров воды, то значит уже берем 30 грамм на 15 литров воды. Очень удобно. Заправляюсь я по полной, то есть на 15 литров. Может, для женщин это тяжело, но для меня это вполне нормально. Много кустов я обрабатываю, время обработки у меня уменьшается, там 5-7 минут это идет с одного бачка. И, естественно, очень много кустов, уже плодоносящих кустов мне 70, в этом году может быть чуть побольше. И опрыскивание мне нужно 3-4 бачка, это когда уже летом. Когда уже вегетация большая, полностью 3-4 бачка примерно мне нужно, чтобы обработать мой виноград. И это занимает заправкой буквально 30-35 минут, но 40 минут максимально. Как, друзья, я его зимой храню? Естественно, он находится в теплом месте. У меня тут тамбур дома, там комнатная температура. И я стараюсь раз, даже два раза в месяц я заливаю в бачок немножко воды, буквально 2 литра воды, и включаю опрыскиватель, так сказать, дать ему разряд, чтобы аккумуляторная батарея, чтобы она не, ну, когда она долго стоит, чтобы она самопроизвольно не разряжалась. Поэтому я всегда так делаю. Здесь две регулировки, одна максимальная, вторая регулирующая. Тоже очень удобно, друзья. Вот. Сейчас я опять включу и пускай она. Вот. Сейчас такая у нас погода влажная. И вот я ему так сделаю разряд такой аккумуляторной батареи, чтобы она больше мне прослужила, быстро не вышла из строя. В Беларуси, друзья, я думаю, вы не найдете такой опрыскиватель аккумуляторный Agri Motors. Видел на сайтах, в России можно найти. Но все равно, вот сезон начинается, уже скоро будет. Если кто не приобрел, покупайте аккумуляторный опрыскиватель. Очень хорошо работает, очень удобно, очень быстро. Вы получите удовольствие, кто вот не работал с такими опрыскивателями, а кто только ранцевыми, ручными. Намного улучшает свой труд, облегчает. И плюс, как сказать, увеличивает производительность. То есть за короткое время можно обработать довольно большое количество кустов. На этом все, друзья, что я хотел рассказать в этом ролике. Всем здоровья, удачи и пока!